Всем большой привет! Сегодня у нас два рецепта салата из банальной капусты. Очень просто, но вкусно, оригинально и по-новому. Салатик номер один. Берем молодую капусту небольшого размера и нарезаем соломкой. Отправляем в большую миску. Салатник. Свежий огурец нарезаем тонкой соломкой и выкладываем в миску. Изюминка этого салата – зеленое яблоко. Очищаем его от кожуры и также нарезаем тоненькой соломкой и немного лимонного сока, чтобы не потемнело. Нарезаем мелко укроп, добавляем кукурузу консервированную сладкую, добавляем соль и черный молотый перец по вкусу и заправляем сметаной. Количество ингредиентов вы найдете внизу под видео. Перемешиваем, готово. Очень вкусный, свежий, необычный. Салат номер два. Нарезаем тонкой соломкой капусту, выкладываем в миску, нарезаем огурец тонкой соломкой, отправляем. Далее берем несколько веточек кинзы и нарезаем меленько, добавляем. Укроп нарезаем, добавляем. Отделить желтки от белков у вареных яиц. Белки мы нарезаем соломкой и добавляем к салату, а желтки разминаем вилкой. Это у нас будет соус. Солим черный молотый перец, добавляем по вкусу, растительное масло, горчицу и сметану. Перемешиваем, и соус готов. Заправляем салат. Этот салат вообще бомба. Всем хорошего настроения, приятного аппетита. Спасибо, что готовите со мной.